Фильм «Блю Кэт и тайная комната», часть первая. Начинался с того, что Егор просто сидел и рисовал. Немножко вот сюда, да? Вот. Готово. Я нашел. И он нашел свою тетрадку. На ней нужна какая-то пухлая. Тетрадка такая пухлая. Открываем. И нашел там ключ. Вау! Странно ключ. А ключ был непростой. Это был ключ от тайной комнаты. Оу. Рассказ закончен. И начинается сам фильм. Вау, что произошло? Я нашел ключ. Странно, в комнате нет дверей. Тут нет дверей? Дайте-ка гляну. Вау, дверей нет реально. Тут, там, где была дверь мы в этом доме, она исчезла. Это я заперти. Окна сейчас разобьем. Очень больно кулаком, потому что он реально, а не окна, очень большие. Что делать? Я вижу то, что тут висит замок. Я боюсь от того, что произойдет дальше, что это тайная комната. Ну, как бы. Это очень страшно. Ладно. Набираемся смелости. Стоп. Ключ не открывает. Ключ не открывает. Если написано. Реши головоломку и попади в комнату. Странно, что за головоломка? Отгадай 3 загадки и запиши их в тетрадь. Вот тетрадь. И... записываем. Не ладно. Странно. Загадки вот не те какие-то народные, которые тут висят, говорит автор. Ладно, начинаем. Вау. Первая загадка. 2 или 3 зубца на палочке сидят, грызут они стену и что-то ломают. Может, это какие-то жучки-грызуны? Но нет. Это, конечно, шкалемочек. Вот палка, а вот зубца. И 2. Ну-ка. Ключ. Вторая загадка. Висит на стене картина. В картине изображен человек. В человеке ты, а ты это ты. Это же зеркало. Зеркало. Следующее что? Странно. Что такая загадка? Я не вижу. Ну, пока не видела. Надо подождать.
написано: не ломает, не бьет, если надо, прибьет. Это розетка, потому что не ломает, она не бьет так просто. Просто стоит, помогает, а если надо, прибьет. Если что-то не так сделать, то, например, воткнуть какую-то хрень туда, то прибьет током. Пишем: розетка. Все, все, три загадки отгадал. Быстро! Пускайте мне. Что тут написано? Найди главное что-то. Найди название мира. Этот мир. Розетка — это электричество. У нас получается. Ключевое электрическое зеркало. Электрическое зеркало. Что называется ключом? Мир называется этот. Что это за вторая была головоломка? Электрические зеркала. Норм. Нет. Все. И третья головоломка, чтобы туда попасть, называется крупная самая головоломка. Какой-то мир. Ключ. Его не было в прошлой головоломке. Значит, открывается он ключом. Открывается этим ключом. Значит, это называется. Это мир, вот электрические зеркала. О, все правильно, дверь открылась. Берем, чик, чик, чик. Все, дверь открылась. О, что-то такое. И я в каком-то размытом мире. Тут какой-то карандаш тянучий лежит. Ключ. Это что? Это путеводный ключ, кажется. Какой-то. Надо обратиться к жителям этого города. Эй, жители! Да не комнатка. Это вот такой вот житель. Привет, Егор. Что? Чтоб тебе выбраться, ты должен выполнить квест и победить злого царя. Вау. Спасибо. Вау. И что? Нужно будет. Я тот самый злобный король. И чтоб меня победить. Рука что-то моя приклеилась. Чтоб меня победить, надо делать что-то. Надо не победить, чтобы меня победить, надо меня победить. О-о-о. Злобный король. Срочно, надо прибежать. Я шел по городу. Я нашел разные вещи, которые поступили. Эта маска, говорят, она улучшает все. Она поможет мне. Ну так, чтобы я сказал, чтобы я выжил. Что так я могу просто исчезнуть. Это исчезающий мир.
И для него нужны люди. Когда просто... Когда человек находит ключ, ключ только у самых редких людей появляется. Понятно. Ну что же делать? И когда этот ключ берут, они ломают обломки, то они станут помощниками этого мира, они станут жителями. Если волны, то они просто в своем же обличье сюда придут. Но все равно другие люди, животные и вообще существа, они нужны для пропитания или не пропитания, как это называется, для улучшения жизни города, короче. Вот, как сказать тут? Например, пришел человек, да, город, просто город держится на людях. Понятно. А следи, чтобы и надо, чтобы злые существа не стало этим. А если я надену эту маску, то значит я смогу продержаться здесь и буду считаться как обычный житель. Я тут буду, значит. Одеваем. Все, я одел эту маску. Этот злой человек не любит музыку, поэтому гармошка держит. Пистолет тоже есть. Чик-чик. Ладно. Я сегодня выполню первый квест короля из 10 квестов. Шучу, квестов не 10. Квестов 30. Первый квест называется «Где в мишени?». Вот три мишени. Карандаш. Это картина. И тот. И что? И непробиваемое окно. Раз. Карандаш. Три. Это было довольно-таки легко. Второй квест называется «Сделай необыкновенную баранку обыкновенной». Но не обыкновенной, но волшебной. Для этого нужен ключ и музыка. Мы берем и играем. И пока ключ заряжен 3 секунды, 1, 2... Все, подкручу баранку, едим. Попробуем снять. И третье задание. Набери 70 подписчиков. У меня только 60. Ну, что так 70? А надо? Надо 70 подписчиков. Или не 70. Не знаю, сколько надо подписчиков. Ну, ты... Где? Надо бабахнуть в лампу. Бум! Бум! На стене высветилось. Надо ровно 100 подписчиков. Ладно, когда будет 100 подписчиков, я сниму вторую часть. Пока. Как-то буду жить в этом мире. Всем пока.